Мы не говорили об этом сегодня, но я тебе скажу. Если я принимаю проблемы от этого мира, то я стараюсь позаботиться о них в стороне, в сторонке. Вот здесь группа Бней-Барух, Творец. Ну, я иду, это мой путь в жизни. В стороне у меня семья, работа, весь этот мир. И я пока должен постараться справляться с миром так, как он от меня требует, и то, что я могу от него потребовать. И все. Но не надо соединять то и другое. Это мой духовный путь, духовное занятие. Здесь у меня есть десятка, большая группа, Бней-Барух, учитель, творец и все такое. Это моя духовная жизнь. И это абсолютно оторвано от моей профессии, от моей семьи и всего остального. Я не перемешиваю одно и другое. Не смешиваю то и другое вообще. Нельзя этого делать. Проверьте ваше поведение в группе и... чтобы не было этого перемешания между материальной жизнью и духовной жизнью.